Я сейчас расскажу об одной заброшенной вентиляционной шахте, место по-своему интересное. Думаю, все знают, что любая шахта снабжается воздухом. Здесь недалеко находились высоковольтные двигатели питанием 6000 вольт, центробежный вентилятор, ну и соответственно необходимое оборудование и подстанция. Иногда на шахтах проводится реверсирование воздушной струи, будто при ликвидации аварии или плановое реверсирование. То есть, допустим, вентиляция работала в режиме выветривания и ее переводят в режим нагнетания. Осуществить реверс можно с помощью ляд, не останавливая при этом вентилятор. По центру от меня находятся главные, а по бокам обводные вентиляционные каналы. Путем перекрытия двух ляд, одна из которых закрывала воздушный канал в шахту и одновременно открывала доступ на улицу, в то время как другая, наоборот, закрывала доступ на улицу и открывала доступ в шахту. Это самый простой и самый экономичный в наше время способ реверсирования. Вентиляционный ствол заброшен. Глубина его составляет примерно 1300 метров. Глубина сумасшедшая, почти 1,5 километра. Он примыкает к действующей шахте и через него поступает воздух к ней. Короче, всем привет. Это кирпич. Что, тебя подтягивает? Да. В общем, стою я сейчас на балках. Подо мной глубина чуть больше километра. Досточки классно шатаются. Легать собрался? О, давай типа загораешь. Отжимайся, отжимайся. Да, да. О, хорошо. Все, позади. Теперь пресс покачай. Видишь, там где ходок согнутый? Да. А то я был на уровень ниже еще. Ну то согнутый, то уже ржавый такой. То что начало обсыпаться ржавчина и вы спрашиваете, живой ли я еще там. Только ж не кинь в меня. Давай, кидай. А что, она в двутавер попала? Да. Я чуть не обосрался. Капец. Только не в двутавер кидай. Да эпичная. Давай доску. крепко упала. Что-то она слабенько упала. И что, тогда туда вот упала, а он прямо разорвил. Насколько он разорвил, что тоненький совсем. Давай аккуратно камушек. Приземлился. Да, давай.